Да, намного интереснее. Воскресный день на Бадовских полях. Фу. 4, максимум 7 метров. Все подольские. Как сегодняшний день, Сереж? Отличненько. Ветер прям то, что надо. Мягенький, нежный. Но это на 17-й. 17-й, да. Снег мягкий. Прям лайтовое катание. Дует очень волшебно, хорошо, достаточно стабильно. Десятки для девочек, двенашки, четырки, семнашки для мальчиков. Врет, как обычно, сам еле мучается на 14-м кайте, так что не надо. Мы тут... я всегда на четырке. Вообще, ты похудел, что ли? King size. Мясо перестал употреблять? Абсолютно. Давай! Давай, Денис, я в тебя верю. Давай. Примерно одинаково. Потом покажешь, теоретик. Ай, где пожалуйста. Я знаю, на 5 баллов. Мне
то какая-то я боец. Ну. Я тебе сейчас планку привык, трапецию принесу. Вообще. Запутывается, аккуратно клади. И теперь за задние стропы спокойно. А, тоже замерзает, да? Маши. Вот. Тебе же хорошо снимать вот так. Скажи что-нибудь. Так тепло мне, так хорошо. И снег такой пушистый. Ты очень похожа на мышку.